Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер один на странице 47, рабочей тетради по математике для третьего класса автора Моро. Выполни вычисление. 400 плюс 500. 4 сотни плюс 5 сотен получается 9 сотен или 900. 700 минус 600. 7 сотен минус 6 сотен получается 1 сотня или 100. 180 минус 90. 18 десятков минус 9 десятков получается 9 десятков 90. 70 плюс 900. 9 сотен, 7 десятков, получается 970. 110 минус 30. 11 десятков минус 3 десятка, получается 8 десятков или 80. 190 минус 120, получается 70. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.